Тому давайте зараз її почуємо, що вона говорить про українців у контексті п'ятничного теракту у Кроку Сіті Холі. До речі, знову ж таки теракт. Ну і на житті цієї Маргарити Семенян, я впевнений, не останній. Начать можно, например, еще с киевского бара «Офензива». Какой-то есть такой киевский бар, вот посмотрите, который вел в меню сейчас сет «Крокус Сити». Им кажется, что это весело. Им кажется, что это смешно. Им кажется, что люди, которых расстреливают в упор, матери, обнимающие своих задыхающихся детей, умирая. Это все очень весело, очень клево и прикольно. Им так кажется. Они не люди. Не люди.